Такое ощущение, что она расплющенная.
там дальше, и там поехал. А какая разница? Тебе так понравилось по трассе пойти? Мне понравилось. Ну, а что ты думаешь, по городу еще лучше подъехать? Ну да, по городу лучше поехать. Ты сейчас на свете светофора? Ну, конечно, там сейчас дома, и там такого вот, как и здесь, вот, этой версии ни хера не видно. Не знаю, ну клево, я же проснулся. Ну правильно, адреналин шкалит, у меня уже прям это, блин, души капали. Кто боится, то спереди кого-нибудь едешь, или кто-нибудь тебе сзади притормозит. Боишься, едешь со всех сторон. Ёбаная, блядь. Она второй день не так выезжает. Она вчера мне так же выехала, блядь. В это же время. Смотри, теперь ехать не будет ни хера. А чё он так выехал перед тобой? Я не знаю, он в прошлый раз, вот вчера, точно так же выехал, точно так же поехал, блядь. Он свернёт следом. Не здесь, в Алтайке, на следующем повороте. Ты заебал, блин. Здравствуй. Там какой-то ебанутый сейчас. Ух! Он, похоже, с работы едет, вот так выезжает, блядь, и едет 20-30 км в час, блядь.